Проект строительства атомной станции был реализован в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии. В дополнение были проведены стресс-тесты под надзором ЕС, которые разработаны для членов Евросоюза. Все эксперты, которые участвовали в неоднократных проверках станции, подтверждали безопасность данного объекта. Энергоблоки белорусской АЭС относятся к новейшему поколению 3+, где использованы самые передовые достижения и разработки. Они полностью соответствуют усиленным международным нормам и рекомендациям по безопасности МАГАТЭ. Наряду с традиционно применяемыми системами безопасности, здесь используется целый комплекс дополнительных систем. Это дает нам основание утверждать, что белорусская АЭС будет самой надежной и безопасной станцией в мире. Кроме этого, запуск белорусской АЭС даст возможность снизить выбросы парниковых газов более чем на 7 миллионов тонн в год. Это серьезный вклад нашей страны в борьбу с глобальным изменением климата. В этой связи заявление Сейма Литвы противоречит здравому смыслу. Костное неприятие объективной реальности становится серьезным барьером для развития литовской политической культуры. Мы ясно видим, как оно девальвирует вескость суждений литовского парламента из-за пренебрежения основами межгосударственных отношений.